Анна Ганжел, позаштатний радник міського голови з питань впровадження роздільного збору відходів. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо в студії «Ранковий новий день». І сьогодні будемо говорити про те, як зробити наше місто чистішим. Вже нашумівші оці долоньки, сміттєві баки, які знаходяться в учбових закладах, надійшла зараз друга партія цих баків, але про них хочеться детальніше. Ми вже говорили в нашому ранковому ефірі, але давай нагадаємо глядачам, що ж це за такий проект. З радістю. Доброе утро всем, все, кто с нами, все, кто проснулись. Действительно, в нашем городе есть позитивные изменения, и нам есть чем гордиться, потому что Николаев – это первый город областного значения, где абсолютно все школы города сортируют отходы. Собственно, с чего все началось? А началось все с 2016 года, поэтому мы уже не один год в этом проекте трудимся. И мы запустили тогда первый такой пилотный марафон раздельного сбора отходов в наших школах. Тогда у нас еще не было никакой технической базы для этого. Ну и, собственно, с этого все и началось. С активности наших детей, с активности педагогов, которые поддерживали, это очень важно. И, конечно же, благодаря партнерской поддержке в 2016 году, в конце нашего года, 2016, 4 школы победителя этого марафона получили полные комплекты баков для раздельного сбора отходов. Их нам подарила компания PepsiCo, эти баки. Вот, за внебюджетные средства оборудовали 4 школы. Позже, увидев актуальность, то, что наши детки не только делают чище наш город тем, что сортируют, потому что, когда мы сортируем отходы, неважно, какого мы возраста, дети мы или взрослые, когда мы сортируем отходы, мы действительно заботимся о том, что те упаковочки, которые мы использовали, мы их ложим не в общий контейнер. В общий контейнер – это хорошо. Это первый этап, мне так кажется. Вот. А следующий этап – это уже действительно разделять отходы, сортировать отходы. И тогда мы действительно делаем доброе дело, даем вторую жизнь вторичному сырью. И это очень полезно для нашего города и в целом для страны, ну и, конечно же, для нашей планеты. Потому что таким образом наши отходы не едут на полигон, на захоронение, да, они там не утрамбовываются в землю и не находятся там энное количество лет, они поступают сразу на завод на переработку и снова там где-то через месяц, может быть через два, зависит от производства, появляются уже где-нибудь в магазинчике новая бутылочка, или же из нашего листика А4 мы видим новенький блокнотик. Поэтому все это возможно, все это легко. Собственно, в этом была инициатива начать со школ, для того, чтобы наше подрастающее поколение осознало важность процесса. Чтобы они уже взрастали из конечно, свидомости. Конечно, и это все, чтобы было в игровой форме. Мы очень благодарны, что совсем недавно, вот весной, приехала наша первая партия таких ярких контейнеров в виде ручек, да, мы их называем, также можно себе вообразить, что они в виде деревьев, что тоже очень символично, таким образом мы сохраняем деревья. Приехала первая партия, 100 контейнеров оранжевых, таких уже они разъехались по школам. Ну и 2 августа приехала вторая партия, это 70 контейнеров, они также разъедутся по школам до начала учебного года. Теперь наши школы абсолютно все будут оборудованы контейнерами для фракции Tetra Pak. Мы благодарны одноименной компании Tetra Pak, что она заботится о своей упаковке и нам предоставила такие контейнеры. Теперь все наши детки, находясь в столовой, им будет удобно, выпив сок, спрессовать его обязательно. У нас даже есть мастер-классы там, где детки проводят их, как нужно спрессовывать. У них есть очень много разных вариантов, вплоть до того, что они даже могут по ним там попрыгать, потоптаться. Вот. И вот так вот потом отправляются спрессованные уже наши коробочки от соков, от молочка, отправляются в эти контейнеры. Вот, также стоит напомнить, что в наших школах также сортируются еще две фракции, это бумага и пластик. И еще это напоминание всем родителям, еще раз всем активным школьникам, чтобы они еще больше активизировались в этом процессе. Это то, что у нас есть мотивационная определенная система. Что касается этой мотивационной системы, что мы запустили эко-рейтинг «Школа года». Это масштабный конкурс общегородской среди всех школ, там, где детки действительно борются за звание лучших из лучших.
потому что все, кто сортирует, а у нас все сортируют действительно уже лучшие, мы одни из лучших в Украине, ну и, конечно же, лучшим из лучших хочется быть и в своем таком сообществе экологическом, да, среди всех школ. И поэтому я думаю, что мы в этом году с сентября начнем уже говорить об этом конкурсе, анонсировать его. И к концу учебного года обязательно подведем итоги и наградим самых активных участников. В прошлом году у нас были тоже очень много разнообразных призов на этом конкурсе. Школы-победители получили пуфы, такую лаунж-зону своего рода. Теперь в холлах школы-победители есть такие пуфы мягенькие, там детки на перерыве могут отдохнуть. И, конечно же, вторая мотивационная составляющая, это, скажем так, ресурсная, да, мы говорим всегда, что вторичное сырье – это ресурсы, и это возможность также дополнительно зарабатывать. И так, на данный момент у нас у каждой школы заключен договор с подрядной организацией, у нас трехсторонний договор, подрядная организация управления образования этот процесс весь курирует, и, конечно же, наша школа, каждая индивидуально, и мы продаем вторичное сырье. Школы продают вторичное сырье, бумагу, пластик, зарабатывают на этом средства дополнительные, и мы делаем акцент на том, чтобы именно наши школьники, наши ученические активы, ученические самоуправления распоряжались этими средствами. Да, то есть вот такая вот у нас сейчас система. Более того, наши школьники, такие одни из креативных, активных, они даже у себя на стендах крепят информацию, на что они хотят нас собирать. И пишут, к примеру, нам нужно 5 тонн макулатуры или нам 2 тонны пластика. Поэтому, друзья, активизируемся, собираем. Тут с дому все пляшечки, все эти тетрапаки проносят для того, чтобы перейти на новый рівень. Да, да, да. То есть такое тоже мы не исключаем. Есть школы, в которых действительно настолько активно включили, что не только из дому, но и сагитировали на предприятиях родителей, чтобы там сделали раздельный сбор отходов, и таким образом тоже наши школы активно собирали большое количество вторсырья, и потом смогли заработать неплохие деньги. Сила мережа вже виникає. Конечно, 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 к этому мы и стремимся. Анечка, а ось ти кажеш, що вже деякі діти навіть стенди роблять. Розкажи нам, будь ласка, тепер про досвід перших шкіл, які отримали, наскільки активно вони користуються цими баками, цими долоньками, деревцями, і наскільки дійсно вже прижились ці баки у школах нашого міста. На самом деле, действительно прижились. Если говорить про те контейнеры, которые еще в 2016 году у нас появились, то это уже привычка. Это уже, знаете, есть положительные привычки, это уже положительная привычка, которая есть у наших детей, у наших школьников, и она также потом появляется и в семейном быту, что является очень таким позитивным примером. И также, что касается, к примеру, какие есть результаты, конечно же, есть результаты того, что более 80 тонн не пошло на полигон, а 80 тонн отходов наших пошли на переработку, мы таким образом дали вторую жизнь нашим таким старым вещам, можно сказать, уже ненужным, использованным. И, конечно же, еще один позитивный пример, да, могу сказать, на примере Академии детского творчества, тоже очень активная школа, они за вырученные средства решили купить интерактивные доски. Тобто система працює, і я думаю, що з вересня дійсно абсолютно всі школи нашого міста вже зможуть зробити наше місто чистішим. Звісно, звісно, ми в це віримо, будемо старатися, і більше того, у нас є підтримка і розуміння у міста важливість цього процесу, і наш міський голова зараз ставить таку дуже амбіціозну ціль, щоб до 2020 року всі комунальні учреждення перейшли на роздільний збір відходів. Ну, я сподіваюся, що так воно і буде. Ми дякуємо тобі, що сьогодні завітала до нашої студії. Бажаємо сили та натхнення у реалізації проєкту.